Да, очевидно, что кризис журналистики есть. Не мне очевидно, а всем очевидно. Я сейчас скажу страшную банальность. Из-за блогосферы, из-за того, что каждый сам себе журналист, из-за того, что журналистика – это великая наука, искусство, построенное на подтасовке фактов, на вранье, а не соврешь, а не обманешь. Популярность определяется лайками, а не накрутишь лайки. Из-за вот этой бешеной конкуренции, которую составляют журналистам с образованием, необразованные, некультурные, матершинники, но талантливые, тут уместно добавить слово «сука», талантливые, сука, новые журналисты, которые... абсолютное отсутствие цензуры, тоже явление, которого не было еще 10 лет назад, а вот это факт, да? Ну, все это, с одной стороны, король умер, с другой стороны, да здравствует король. Традиционная журналистика умирает, и журналистика от этого выигрывает только. Наша жизнь, наше информационное поле становится ярким, хамским, неполиткорректным, непотребным и безумно интересным.